Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать об очень долгожданной новинке. Это аппарат Strong 210 с ручкой 105L. Немного предыстории. Когда я только начала заниматься маникюром, я приобрела себе вот такой аппарат. Стоил он 4000 рублей. Его мощность 10 ватт и скорость это 25 тысяч оборотов. Поначалу мне его хватало и для снятия, в принципе, он хорош. Все работы, которые выполнялись на видео до этого, я выполняла этими аппаратами. И маникюры тоже. В общем, прослужил он мне где-то 2 года, но мне захотелось аппарат более мощный. И кто уже знает, Strong 210 – это самый лучший пока что аппарат. Ну, в своей, конечно же, ценовой категории. Мы не берем сейчас профессиональные аппараты, которые стоят 1090. Начала я искать на разных сайтах, дабы не нарваться на подделку. И обязательно, чтобы он был корейской сборки. Ценовая категория у них очень разная. У меня модель с педали, но без сумки. Так как я работаю дома, сумка мне не нужна. Аппарат у меня всегда стоит на столе. Ценовая категория очень разная. На каких-то сайтах он стоил 14 тысяч рублей, на каких-то он стоил 15 тысяч. Самая лучшая цена была на сайте Евромедсервис. Это 12 тысяч рублей. Но, как вы помните, я заказывала пылесос у Григория Федотова. И чисто случайно я зашла на его сайт и увидела, что там тоже продаются стронги. Цена у Григория оказалась самая-самая лучшая. Ну и, в общем, недолго думая, я его заказала. И теперь немного о характеристиках. Мощность данной модели 64 ватта и 35 тысяч оборотов. Я хочу вам показать разницу во вращении и в звуке самого мотора. Это очень важно, чтобы фреза при движении не дребезжала, не била по ногтю. И чтобы она равномерно счищала кутикулу, для этого как раз-таки нужна мощность. То есть не столько важны обороты при выборе аппарата, а сколько важна мощность. То есть, например, вы хотите приобрести, я знаю, много девочек приобретают аппараты с сайта AliExpress. Скорость у них у всех практически одинаковая, 30 или 35 тысяч оборотов. А вот мощность у них совершенно у всех разная. Вы должны смотреть аппарат, чтобы у него была мощность не менее 60 ватт. Тогда он будет не зажевывать кутикулу, а аккуратненько ее счищать. Это особенно заметно будет при шлифовании кутикулы на последнем этапе маникюра. Итак, вот мы включаем наш аппарат. Вот так он работает на полной мощности. Если мы возьмем Strong, у него шум менее тихий, но мощность намного больше. Фрезы вставляются так же, как и во всех аппаратах практически. Мы открываем ручку, засовываем фрезу, обязательно засовывайте ее всегда до конца и защелкиваем. И теперь вы можете работать. В комплекте идет вот такая прозрачная подставка, педаль, но я с педалью не работаю. И сам блок аппарата. Итак, посмотрим. Вот здесь сбоку переключение форварда и реверса и кнопка включения и выключения самого аппарата. Спереди у нас вход, видите, написано мотор. Это значит вход для ручки. А сзади вход foot. Это значит для педали и переключение на ручной режим и на ножной режим.
То есть, если вы работаете на ножном режиме, на режиме с педалью, вы должны его вот таким образом переключить. Аппарат выполнен очень качественно. Это 100% не подделка, потому что перед тем, как заказывать, я всегда смотрю, как отличить подделку. Когда вы перевернете аппарат, у всех китайских подделок вот здесь бумажка другая. Обязательно обратите внимание, чтобы она была серебристого цвета с тоненькой синей каемочкой. И обязательно ровно наклеенная. На ручке тоже будут другие, на ручке будут цифры другого цвета, черного, а здесь вот такие голубые. Все выполнено очень качественно. В комплекте, где была ручка, еще находятся запасные подшипнички и предохранители. И вот такой ключик для разбора. Посылочка дошла из города Казани до меня за 3 дня. Очень быстро, очень хорошо упаковано. В общем, девочки, кто давно хотел такой аппарат и искал самую лучшую цену, ссылочку на Григория я обязательно оставлю под видео. Вы не пожалеете, если приобретете себе этот аппарат, потому что после моего, например, это, конечно, небо и земля. Сейчас я вам быстренько покажу разницу, как снимает вот этот аппарат и как снимает вот этот аппарат гель-лак. Сейчас мы ставим. Прямо совсем немножко. Выставляем на полную мощность. Сейчас работаю без давления, чтобы лучше было понятно. Вот примерно так. Вот примерно вот так. Это за 4 движения. И сейчас переставим нашу фрезу, наш аппарат в стронг. А, да, еще немаловажное, что обратите внимание, чтобы в вашей ручке всегда стояла какая-то фреза или вот такая вот болваночка. Вы не должны зафиксировать ручку, если там ничего нет. Это очень важно. Если приглядеться, то будет видно, что он снимает более ровно, ну и, конечно же, меньше усилий я прилагаю и меньше движений. Если сравнивать по ощущениям, то вот этот аппарат, он как будто бы встречает очень большое сопротивление на своем пути, а этот как будто бы просто ножом масло вот так соскабливаете. Очень, очень мягко, очень легко, в общем... Буду пользоваться, не нарадуюсь. Итак, сегодня мы смотрели вот такой аппарат. Кстати, да, девочки, ручка у него такая достаточно тяжелая, потяжелее будет, чем у моего предыдущего аппарата. Вот, поэтому к ней нужно будет привыкнуть. Ну и здесь еще в комплекте подставочка, в комплектации, то есть идет подставочка для фрез, тоже очень удобно. Все фрезы, которыми вы пользуетесь при маникюре после стерилизации, ну, непосредственно, конечно же, перед клиентом, можно будет подставить сюда. У Григория вы также сможете приобрести подшипники для ручки и другие аксессуары для этой машинки. Девчонки, кто пользуется данной моделью Strong, и у кого до этого были вот такие аппараты, напишите в комментариях, довольны ли вы этим аппаратом. Мне он очень понравился, и в работе я уже опробовала его. Если это видео было полезным для вас, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока!